ты про, про меня, город, ты про Москву. У меня две цели. Первая, ты про город, про Москву или ты про всю страну, про РЖД? Первая цель. Удачно выйти замуж. Мой номер телефона. Мой номер телефона. Указано мне в профиле в Фейсбуке. Чертарик, сядь, надо показать котиков в кадре. А также мы используем котиков для того, чтобы убеждать людей делать то, что нам надо. Первая цель проекта, это, разумеется, переделать этот туннель, потому что я люблю, блин, свой город, я люблю, чтобы в нем было комфортно находиться, я люблю, чтобы в нем было приятно, весело, шумно, и чтобы люди, которых я встречаю на улице, мне улыбались, в конце концов. Такие простые средства, как яркие краски, этому сильно способствуют. Вторая моя цель, это рассказать на практике, что системное наше изменение общественных пространств – это норма современной жизни в городе. И это делается очень простыми средствами, и зачастую от компании требует только поменять некоторые свои практики или некоторые стандарты, там, например, работы, стандарты ремонта, там, чего угодно, а вовсе не бешеных миллионов инвестиций, выхода на публичные демонстрации там, и прочего, и прочего. Есть очень простые вещи, которые может делать абсолютно каждая компания, но быть для, во-первых, гораздо большей частью жизни города и быть гораздо более открытой к людям, с которыми она имеет дело каждый день. Это понятно? Mm-hmm. Мне нужно взять кота еще раз. Я хочу сказать, что любой может стать участником портретной галереи, туннеля. А, ну ты, может быть, сейчас расскажешь про хэштег, фотографии. Да, и если это серьезное интервью, никого не убедило, я могу предложить поучаствовать разве что в несерьезном и вместе с нами назвать 148 причин, почему надо поддержать туннель. И чтобы... несерьезных причин, по которым надо поддержать туннель. Вот, например, потому что у нас есть кот. Хэштег у этого всего будет 35 причин сделать это. И лучшая причина, по которой стоит поддержать редизайн туннеля, получит специальное место в росписи в виде портрета человека, придумавшего эту причину. Share, лайк, ретвит. Все в лучших традициях Фейсбука. Поддержи туннель на Казакова. Ура!